Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем играть в уровень эксперта в русские шашки. Давайте приступать. Итак, игра у нас будет начинаться стандартно. Я хожу, он ходит. Ну, в принципе, пока ничего нового, ничего, никаких нестандартных ходов я не вижу пока. Чтобы такое прям, знаете, прям, ах, как сложно. Пока такого нет. Но позиция достаточно интересная. И я бы даже сказала, а вот теперь я не понимаю, что происходит. А, некая комбинация. Ну, как бы у него не то, чтобы больше шашек, но позиционно он будет выигрывать в такой позиции, потому что если, допустим, ему захочется пройти в дамки, то он это сделает. Что мы теперь, собственно говоря, и наблюдаем. Ну да, не очень приятно у нас все получается тут. Но я спасаюсь комбинацией. Да, конечно, это не очень помогло. Да, конечно, это не очень помогло. Да, я вообще не помогу. Совсем не помогло. Так, ну вот. Опа, опа. Все, у нас получилась вот такая ничья. Ну что ж, дорогие друзья, достаточно было тяжело играть с экспертом, но, тем не менее, у нас с вами все получилось. И получилась вот такая ничья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.